Ну а вот так МИД отрывается в Телеграме. Внешнеполитическое серьезное ведомство выпустило целый набор фирменных стикеров для этого мессенджера. И героями стали, естественно, Сергей Лавров, Джон Керри, Виталий Чуркин и представители США в ООН Саманта Пауэр. Кстати, их непростые отношения на заседаниях ООН тоже увековечили в стикерах, как мемы. Они явно будут одним из хитов Телеграма. Кроме того, МИД запустил два собственных канала на русском и английском языках. Они позволят узнавать новости о работе ведомства и получать актуальные комментарии МИД сразу же.